В этом году компания Novator обновила линейку спальных мешков Ямал. Теперь они делятся по размерам M, L и XL. Вот конкретно сегодня у нас Ямал L моделька, минус 30 V2. Посмотрим, что у нас здесь есть. Материал внешней ткани. Полиэстер RS290T, утеплитель стандартный холофайбер. Подкладка тоже из полиэстера. Значит, здесь разъемная молния. Можно спальник купить правый и левый, состегнуть их потом. Утепляющая планка, вытягивающийся капюшон. Вот. И температура комфорта, как написано, минус 12 в этом спальнике. Ну, экстрим минус 30. Надеюсь, никто спать при такой температуре не будет в нем. А в 12 производитель заявляет, что будет комфортно. Вот такой компрессионный мешок идет в комплекте. Вынимаем из него спальник. И сейчас посмотрим. На мой рост 1,85 м, как размер L подойдет. Я сниму ботинки и попробую в него забраться. Конструкция у него кокон. Толстый, ничего не скажешь. По высоте он 2,15 м, размер L. Вот я 1,84 м. И еще я думаю, что 10 сантиметров запросто сюда человек войдет. 1,90 м. Думаю, что можно. Но мне очень комфортно. Вот 1,80 м, 1,85 м будет здесь оптимально. Кто пониже, тому, наверное, М-ка лучше подойдет. Вот. Значит, что у нас здесь? Можно так вот соединить. Застежка стандартная, молния двухсторонняя, ее можно перекинуть. Вот она здесь, вторая сторона. Так, ну и когда молния застегнута, здесь вот будет вот такая вот планка утепляющая, закрывать, чтобы не выходило тепло. Такая вот прострочка внутри, такое качество изготовления. Посмотрим, что в ногах. Вот, собственно, сам утепляющий воротник, чтобы холод не поступал вовнутрь. Два положения есть. А, нет, одно, извините, другое еще. Какая-то еще одна липучка. Внутри, значит, есть карман для документов или еще чего-то, телефона, на молнии. Посмотрим, что у нас в ногах здесь. Так. Ну, в ногах, собственно, молнии нету, поэтому здесь никакой планки не потребовалось. Молния начинается вот отсюда. Примерно. Чуть ближе к колену выходит.